Постой, борода. Ты мне лопаты, я тебе лошадь. Так на так, баш на баш. Верно, Бадулай? Председатель, лопаты придется вернуть. Как вернуть? Почему? Ты договор подписал? Сам подписал своей рукой. Ты мне лопаты, я тебе узду из рук в руки. Председатель, ты нас обманул. Лошадь была хворая, через час она пала. Отдай лопату, человек. Я обманул вас. Ратуйте, люди добрые, в кои веки нашелся наконец человек, который цыгана обманул. Казак цыгану, да? Дохлую кобылу сбыл, да? Слушай, Бадулай, а ты цыган или кто? Я цыган, да, председатель. Но я не жулик. Это я, что ли, жулик? Нет, борода. Жулик это тот, кто для личной своей выгоды старается. Я за колхоз воюю и воевал, между прочим. Пока ты бороду-то отращивал, я под этой бородой кое-что заимел. Вот. Значит, таким способом ты хочешь, председатель, свой колхоз поднять. Цыган меня марксизму учит. Ну что ж, не хочешь честно платить? Не надо. Пошли, ребята. Сейчас мы отдадим свои лопаты другому хозяину. Постой. Пошли. Подожди, постой, постой. Как это вы отдадите? Кому это вы отдадите? Демин,
Кладовщик, а где наши лопаты? А где склал, там и лежат, Тимофей Ильич. В складу. Ну-ка, пройдем-ка до складу. Пошли. Спокойно. Нету. Тимофей Ильич. Значит так, Демин, чтобы оформил новый договор. Сейчас. Слышишь, борода, ну мне же отчитываться. Ну, кобыла она, конечно, списанная, но наша у меня на балансе. Пойми ты, цыганская твоя голова. Понимаю, у цыган голова тоже круглая. Мы принесли для учета шкуру с твоей кобылы. Ну, так это ж другое дело. Ну, так это ж другое дело. Ну, давай, лопаты и забирай деньгами. Или как? Ты лошадь давай, лошадь. На. Табор пока кочует. Подпиши. Андрей. Эй! Ты. Да. А ты бдулай, шутник. Ну, а наступай в конюшню, выбирай, что надо. Но только смотри, опять не ошибись. И катись себе, цыган, за ветром. Эй, председатель, эй, цыган, я люблю лошадей. Я не то, что по зубам, я по глазам определю. А если в тот раз я ошибся, хворую кобылу не углядел, значит, была у меня на то причина. Андрей, подписывай договор. А я остаюсь. Здесь. Ищи работу, председатель. Надолго ли? Ну-ну, поглядим. А, Егор, держи. Спасибо за лошадь, Бадулай. А ничего. Держи, Шеларо. Купи что-нибудь, малышам. А тебе, Бадулай? Не надо. Держи. Ну, ну как хочешь. Не уходи, Бадулай. Надо, девочка, надо. Будь счастлив, малыш. Андрей. Прощайте, Ромало. Я давно смораюсь. Я давно. Бадулай, что-то мне не верится, что это цыганская могилка. 15 лет прошло, как похоронили твою цыганочку. У цыган не бывает такой могилки, сынок. А это ухоженная. Нет. Нет, сынок. Останься, Бадулай. Возьми, Бибо, вот этот тулуп. Погрейся. На тебе. А мне не надо. Лето на носу. На это, сынок. Прощай. Прощайте, Ромалы. Деда Влада Мурая. Прощай.
Здравствуйте. Здравствуйте. А ну-ка, давайте сюда. Ну вот, теперь можно ехать. Спасибо. А вот у вас не поймешь, кто на ком едет. Садись, подвезу. Может, догоним. Спасибо. А то чё зря грязь месить. Давай. Али, идти. Но! Но! Надолго к нам? Не знаю. Можете навсегда. Чем это наши места вам так приглянулись? Долго я искал то, что мое. Ну и нашли? Искал и нашел. Родственников. А у нас на хуторе вроде никого нет из цыган. А вы как будто только с войны вернулись. Гимнастерке не холодно? А может, только и вернулся. А другие вовсе не вернулись. Больше 10 лет прошло. А вы замужем? Вдова я. Извините. Меня Будулай зовут. А вас? Мне председатель и дом дал белый, как сахар. Прямо на берегу Дона. Заколоченный. Как к нему пройти ближе, не знаете? Подъедем, покажу. А зачем вам дом? Цыгане на одном месте не живут. А, разные цыгане бывают, разные. Вот обоснуюсь, приглашу к себе в гости, или вы меня пригласите, ведь наше дело холостое. Приехали. Слезай. Пешком дотопаешь. На! На! Эй, эй, женщина, останови телегу! Останови! Отдай, слушай, моего коня, что ты? Обидел? Вижу, что обидел. Не хотел, извини.
Здорово, хозяин. Опять ты здесь? А что, нельзя, что ли? Чего не здороваешься, казак? Здравствуйте. Чего стоишь без толку, а? Интересно, и стою. А стоять без толку интересно не бывает. Помог, что ли? А можно? Если сможешь. Пойди сюда. Так, снимай. Так, о, вот так вот, вот так. А, дуй, дуй. Так, 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 хорошенько. Иду мимо, а там у тебя катухи твоя премия хрюкает. Ну, красавец, красавец. Я только одним глазком заглянула. Красавец, писаный кавалер. Это хорошо, что вы хозяйничаете. Это очень хорошо. А то, что поросенка ей дали, не подумали, да поросенка ли ей нынче. За поросенком нужен уход, он может подохнуть. Уход, как за детем малым. Она на птичнике света белого не видит. Новостей не слышит. Какие новости? А то, что цыган на хуторе объявился, это тебе не новость? А то, что он по ночам в кузне своему богу молится и детей малых стращает, а старых смущает, а иные хозяйки хозяйством занимаются, поросенка кормят, а он у них детей приваживает. Знаете, как это называется? Бабьи сплетни. Не твоего ума дело. Не встревай, когда взрослые говорят. Не встревай. А потом, значит, это... Пойдем. Говори. Значит так, все время ходит, все разнюхивает. Видно, ему наш хутор чем-то понравился. И он здесь уже обжился и съезжать не хочет. А Ванька твой все время у него, все время с ним, и уже начал что-то там молоточком потюкивать. Ну, эти новости мне известны. Ты что, испугалась? Клаш, да ты что? Че ты испугалась? Этот бородатый. Его научит делу, он станет мастером и будет кормить свою мать на старости. Что, ты заболела или что? Ты что? Лица на тебе нет. Да нет. Просто устала. Ты лучше за сыном приглядывай. Вместо того, чтобы его доглядывать, ты за поросенком, все за поросенком. Ах, вот ты о чем. Забирай, не нужен он мне. Ладно, заберу, пожалуйста. Я заберу, пожалуйста. А вот когда взращу, то лучшая половина тебе, честное слово, я мешок возьму. Можно я возьму твой? Возьми там. Смотри, а! Вот и он, Ванечка, лег на помине. Работничек наш миленький, кормилец. Мам, поесть бы чего. Спасибо, Клавочка. Иди, иди. Опять ты, мама, ей отдала? Да некогда мне с ней возиться. Все равно сдохнет, а она выкормит. Привет. Журча тручи, прям-пам-пам, спешат ручи, прям-пам-пам. Тает лед, и сердце тает, и даже петь, прям-пам-пам, успешный день, прям-пам. Что это? Опять вымазался? На тебя и настираешься. Мазута, что ли? Это не мазут, мама. Ты не ходи туда, сынок. Почему? А что тебе там делать? Мне уже 16 скоро. Весна ранняя, у нашего мужика-то уже усы просли. Не то, что у твоего чекунка еще не посеяны. Надо мной и так ребята смеются. Глупые потому и смеются. Если не хочешь с матерью поссориться, не ходи туда. Не понимаю, что он тебе сделал, почему он тебе так не нравится? А чем он может нравиться? Старый да черный, как будто бы из печки вылез. Много ты понимаешь. Ты бы раньше времени перед зеркалом не крутилась. Раньше времени, пока мать на работу не ушла. Ты что это, девка? Мать тебе так, а ты поперек. Mm-hmm.
Что, поешь? Ну что, цыган, по коням соскучился? Ага. Ну, приходи ко мне в табун. У меня как раз племенного не хватает. Эй, дед, нам такой вороной и самим сгодится. Уж больно страшен чертогон. Одичал мужик, один живет. Одичал совсем без любви, не постирать, не сготовить и обругать некому. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ой, Катька, глаза свихнешь. Ты не смотри на скакового, а смотри на ломового. Ты, дед, калитку-то затвори, а то, гляди, раки откусят. Соловей, ой, господи. Вот если к нему сейчас подходом, да с правильного боку, то он любую слугу оказать может. Любую, говоришь? А мы сейчас посмотрим. Ну, Катька, ну, аэропорт, неужели этого приземлит? Она может, она все приземлит, может. Приземлит, дочь, приземлит. Ой! Что случилось? Ой, что-то в спину вступило. Вам помочь? Ой, спасибо, Будулай Батькович. Уважили. Вот хотела этой водой огород поливать. А теперь чаек заварю. Ох, и крепкий чаек будет. Ага. Заходите попить. Так. А вот еще один вопрос. Ага. Еще один вопрос. Ой. Хочу я веру переменить. Примите меня в цыгане. Зачем? Вольную жизнь люблю. И песни ваши люблю. До страсти. О чем дева плачет? Здравствуйте, Клава Петровна. Здравствуй, Ванюша. Добрый день, дядя Будулай. Плачет. Мам, ты чего это? Он с тобой здоровается, а ты молчишь. А как мне не плакать? А как мне не плакать, пожалуйста? Спасибо. А как мне не плакать, как слезы не лить? Молодой симпатичный, позолоти ручку. Ждет тебе дорога до моего порога. Такое счастье бывает нечасто. Уйдет, не воротишь. Ну что, гожусь я в цыганки-гадалки, а? Может быть, ты мне погадаешь? Зачем по руке гадать, когда все по глазам прочесть можно? Да, ну. Родилась ты, красавица, в хорошем дому. Иной раз хлеба на столе не хватало. Но песен было достаточно. Любили тебя двое по 2 года. Замуж вышла за 3-го, всего за 3 дня. Жили вы недолго, да на то война, а не твоя вина. Эй, цыган, где же ты так гадать-то научился? Не знаю. На войне, наверное. Ну, сколько можно, Петровна, сколько можно? Опять ты за свое, ишь, заладила. А я тебя добром прошу, Тимофей Ильич. Забери моего Ваньку из кузни. Ему нет еще 16. Рано молотом махать. А кого я вместо него поставлю? Его, что ли, славный молотобой, лет 15 назад был? Ну, нет у меня сейчас людей, пойми ты, нету. А чему этот цыган может научить? Так неслухом растет. А я тебе скажу, что он кузнец первейший. К нему со всего района железом тянутся. А мы его взнуздали и ездим. А ты хочешь, чтобы я вот из-за твоей глупости у него единственного помощника забрал? А? Ну, скажи, это будет по-человечески. Это по-человечески будет. Ну, что ты к бабе пристал? Они делают то, что их левая нога захочет. Да он из твоего Ваньки специалиста сделает. А колхозы нужны хорошие кузнецы? Я тебя спрашиваю. Отвечаю, нужны. А цыган он геройский. У него вся грудь в орденах. И лейтенант. А погоны зря не дают. Да я бы из него своего помощника сделал. О. С превеликим удовольствием. Вот и бери. И бери.
а моего Ваню оттуда забери. Вот знаешь, вот этот твой предрассудок насчет цыган нам всем давно известен. А цыган, чтобы ты знала, он тоже человек. У него тоже голова круглая. Он и сам весь круглый. Покатиться не догонишь. Он сам уйдет. И Ваню моего с собой сманит. Да никуда он не уйдет. У него здесь жена схоронена. Человек столько лет ее искал. Наконец нашел. А ты? А вот за что ты на него взъелась-то? А, он ей приглянулся, вот она и взъелась. Люби как душу, тряси как грушу. А что? Мужик, что надо. М? Да пошел ты. Я его сейчас так подкую, что он из своих не узнает. О, а, бешеная. Слушай, что ты не сказал, что мать бушует, а? Она у меня всю жизнь цыган боится. Чё-чё? А? Я давно с ней собирался говорить. Сын неизвестно, где гуляет целыми днями и ночами. Когда 16 исполняется? 26 октября. Она нас с Нюркой прямо в кукурузе родила. От немцев пряталась. Одевайся. Мам, я хотел с тобой дядю Бадулая познакомить. А, мы уже знакомы, сынок. Добрый вечер, Клавдия Петровна. Здравствуйте. А вот с Ваней решили пораньше закончить работу и встретить вас. Ну, я пойду. А вы тут поговорите. У дяди Бадулая к тебе дело есть. Толковый парень вырастает, ваш сын Ваня. Словно с молотком в руках родился. Да. Его отец тоже всякую работу умел. Только не нужно ему в кузнецы. Десятилетку окончит и дальше в город поедет учиться. Это хорошо. Я ведь тоже когда-то мечтал, чтобы мой сын учился. Скажите, Клавдия Петровна, почему вы всегда меня за три версты обходите?
Обидели я вас чем-нибудь или страшный такой? А в чем нам разговоры разговаривать? Прошло наше время разговоры вести. И вообще, я цыганами с детства напуганная. Меня маленькой вашей чуть не украли. А вас я не боюсь. Значит, мне показалось. Тяжело, наверное, приходилось одной с детьми. Не тяжелее, чем другим. А кому тогда легко было? А где ваш муж воевал? Похоронка пришла из-под Таганрога. Странная штука эта жизнь. Ваш муж воевал почти рядом со мной и погиб. Моя жена здесь. Война. Это правда. Спасибо вам, Клавдия Петровна, что вы за могилой моей жены ухаживаете. Это Ваня вам об этом сказал? Еще хотел вас спросить, чтобы вы не запрещали сыну, вашему сыну, приходить ко мне в кузню. А я его не держу. Взрослый уже, чтобы возле юбки сидеть. И жизнь человеческая идет себе, идет, пока не трогает никто. А тронет кто? Рассыпется вся. Спасибо вам, Клавдия Петровна. За что? За все. И за Ваню тоже. До свидания. А подо что эта заготовка? Давно, Ваня, хочу кованую ограду на могилу сделать. Но никак рук не хватает. Вот и рисунок заготовил. На такие дела всегда руки не доходят почему-то. А вот эта стойка витая, да? Крученная. А можно ее сам сделаю? Можно. А чего она такая большая? Потому что надо ее себе подумать, наверное. Как это? Ага. Дядя Бадулай, а вы очень свою жену любили? Любите? Вот и я так думаю. На всю жизнь. Мать говорит, что ей тоже кроме отца никого не нужно. Что ж, человек должен быть верным даже своей памяти. Устал, наверное. Приходишь домой, чернее цыгана.
А между прочим, меня с детства цыганенком называют. Ну и что? Надо сей каждого черного кобеля цыганом кричать. Так я же и правда похож. Разве нет? Русский казак-то. И мать у тебя русская, и отец русский. Да, казак. А в казаках каких только кровей не мешано. А может, и у меня есть цыганская кровь. Примазывайся. Хочешь скорее в кузнецы выбиться? Вот, вот, молодец, молодец. Вот так, молодец, молодец какой. Ну, казак, хочешь кататься на лошади, а? Нынешние казаки коня видят только в виде колбасы на закуску. А ну, приближайся, давай, бери за холку. Вот так, давай сюда руку, не мойся, здоровайся. Стоять, стоять, малыш, стоять, стоять, тут чёрт, стоять. Вперед, вперед. Вот так, вперед, да не бойся ты. Вперед, вперед. Не обнимай, ее нечего обнимать. Вперед, малыш. Так, вперед. Жалко вам? Чего жалко? Ну, цыганской жизни, про которую в каждой вашей песне поется. Куда хотели, туда и ехали. Так и теперь, где хочу, там и останавливаюсь. А я вот, чтоб всю жизнь на одном месте, да ни за что на свете. Эй, мой дорогой, я к этому берегу навсегда пристал, так и знай. Дядя Будулай, но ведь вам же хотелось верхом на лошадь. Я же видел, что хотелось. Это верно. Дай цыгану коня, так он из ада убежит. А отними коня, он из рая убежит. Хоть мой конь не копытный, а железный, самое главное, что он под седлом. Пошел. Ай, ай. Стоять. Назад. Кось, 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 кось. Кось, 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 кось. Вот, вот так, молодец. Пошел. Ай, ай. Видишь, как он брыкается. Ты, оказывается, еще не старый. Что, завидный граст, правда? Это по нашему коню. Бери его себе. А как же вы? Тебе нужны, Ваня. Скорее домой доскачешь, пока мама не заругалась. А что же я скажу про граста? Так и скажи. Дядя Будулаю дали, все. Что еще сказать? А я тебе мастера привел сетку чинить. Вот, а ты ругаешься. Ты лучше на себя погляди. Слышь, Петровна, ты, черт, в юбке. Ну, раз ты меня так смущаешься, я пойду, не буду вас смущать. Здравствуйте. И правда, здрасте. А у нас тут утки летают. Ну, те, конечно, которые дикие. Гнездятся где-то здесь. А наши дуры, как увидят их, да все скопом, да сразу. Чего они летают, сманывают? А может, наоборот? Эти ваши белые сманивают черных и серых. А что, я сам был вольная птица. А сейчас...
видел вас в саду, абрикосы цвели. Что? Говорю, абрикосы цвели у вас в саду, я видел. Я тоже хочу посадить. А я вам утиного навоза соберу, корни укрепить. 5 лет подождете и урожай. Что ж, подождем, нам не к спеху. И пчел хочу развести. Раз я уже домашний. Инкубаторский, можно сказать. Да. Так, давайте. Так, какие у вас тут неполадки? Что? Сетка нужна. Сетка, хорошо. Лично думаю, что современный человек не должен на одном месте сидеть. Он и погулять должен. Хотите, я вам цыганскую сказку расскажу. Спрашивает однажды домашняя птица. Курица ли, утка ли, все равно. Воробья вольная птица. Что ты, воробей, все время летаешь, Неужели тебе не надоело? Остановись, воробей, будет тебе сытная кормушка. Нет, отвечает воробей, покуда у меня других забот нет, все небо мое и вся земля. И правда, хитрая сказка. Скажите, вот вы, ну почему вы тут остались? Если не секрет, конечно. Нет тут секретов. Говорят, будто в войну здесь у вас погибла цыганская кибитка. Говорят, вы видели, Клавдия Петровна? Ну, кто вам все говорит? Говорят, будто вы были там поблизости. Ну, было. Ну и что? Кому какое дело? Ну, может, вы видели, кто еще там был в кибитке? Сколько их было? Ничего я там не видела. Рожала я там. Детей рожала. Я мать. Что еще могу сказать? Да, я вас понимаю. Прошло столько времени, можно и забыть. Ты чего я не забыла, цыган? Не мужчина, а круглоотличник. Пошли, а то дождь того и гляди, неудобно подсматривать за человеком.
Нет, подожди, я сама. Эй! Привет, цыган! Привет! Ну как, домовой? Примешь в дом? Заходи. Русалку водяную. Ой, плевает. Ой, как поливает. Поливает, а? Хочешь помидор? Зачем? Вкусная вещь. Закуска хорошая. И вообще вкусная. Вот как попробую, очень вкусно. А хозяйственный ты мужик? А, цыган? Примешь меня в цыганки? Ты мне нравишься. И вообще, мне нужен к дому такой хозяйственный мужик. А? Цыган. Смотри, сейчас целоваться начну. И твое дело. Молоко на губах не обсохло. Бери корзину, пошли! Так и дождь. Гулящая! Подержи. Что-что? Что ты сказала? Подожди, подруга, ты чего языка спускаешь? Уйди, гулящая, значит, это кого, интересно? Нюрка, ступай отсюда! Гулящая, да? Гулящая! Ах ты, сука! Ах ты так! Да? Ах ты так! Значит так! Я, между прочим, не чужих отбиваю, не то, что ты! Ни себе, ни людям бревно тесаное! Так ты за меня не переживай, подруга! А может, ты ревнуешь, а? Нету законного, так хотя бы знакомого! А я до своего законного в 43-м похоронку получила! А я в 45-м! Ах, вот ты, я тебя! Что же это? Катя! Господи, что же это? Что же это, Катя? Катя, я же не хотела, миленькая! Уйди отсюда! Уйди! Господи, ну, дай я тебе помогу. Ты. Ну, подожди. Ну, Катя, ты же первая начала. Я отстань. Же не хотела. Ну, отстань от меня. Ну, да, я тебя отрекну, Катя. Катя, ну, прости отстань. Меня. Прощать простых, но не таких. Ты вон с Федором пожила, детей нажила, а моего через неделю после свадьбы забрали. Я, может, до сих пор не знаю, какое оно... Какое оно, бабе счастье! Ну подожди, Катя! Ну подожди, ты же помоложе меня будешь! Ну у тебя же все впереди! Ну, ты еще свое наверстаешь, Катенька! Наверстаешь! У тебя вон какие вымахали! У меня ни одной родной души! Ну, то-то и оно, что вымахает. С тобой, гляди, разлетятся. А матери опять одной. Нет, Катя, видно, одинокая я же с тобой судьба. А вот Улай, Катя, и правда справный мужик. Я даже очень тебя понимаю. Нет, он на меня никакого внимания не обращает. Он больше тебя симпатизирует. Я же вижу. Да ты что? Я цыганами с детства напуганная. Меня маленькая цыганка чуть не украла. Ну, не украли же. Чего об этом сейчас говорить? Вот если бы этот бородатый тебя украл бы, то, может, оно и ничего. Может быть, слюбились бы. А я же вижу, ты за ним тоже переживаешь. У меня, слава богу, есть об ком переживать. Вон они растут, мои переживания. Нюрка! Иди сюда! Пошли, перестираем. Вам 100 лет скоро, вы все переживаете. Может, помочь, а?
Тяжело? И что ты там такое делаешь, что тебе кастрюли борща мало? Не мы работающим, а на нас. Зазря, думаешь, Будулай у председателя полтора трудодня выбил. Трудодни-то, может, и не зазря. А велосипед за что? За красивые глаза твои, что ли? За черные? Ну, не знаю. Так вот, что я тебе хотел сказать. Мы с ним, я и дядя Будулай. Дядя? А как же? Значит, ты его так и называешь. Дядя Будулай. А он тебя как? По-разному. Иногда Ваня, иногда Делено, бестолковый, значит. Иногда просто сынок. Часто? Конечно, особенно раньше. Мам, ты чего какая-то? Да нет, ничего. А Нюрка наша где? Поздно уже, а ее все нет. На танцах. Мам, а мы вместе ограду на могилу делаем. Представляешь, вся кованая, а по углам кони с подчеканкой. А он тебе разрешил делать ограду? Я уже 3 стойки отковал. Значит, разрешил. Все ее помнит. Мам, ну мы ведь тоже ее помним. Ты ведь сама за ее могилой ухаживала, пока он не приехал. Это верно. Одинокой могила не должна быть. А человек? Человек не должен быть один. А он все время один. Мам, а ты видела, как его жена погибла? Да. То есть, ее я не видела. Только как погибла. А он что о ней говорит? Говорил, красивая была, как ты. Так и сказал. Это же тебе все могут сказать, что ты у нас красивая. Мам, ну ты иди, а я уберу. Нет, лучше ты иди. А я тут сама. Ваня? Иван Федорович, вставай. Ну, Иван Федорович. Что случилось? Эх ты, Соня, распишь все на свете. Где ты была? Мать тут волнуется, а ты... Вань, что было? Ну что? А мне пить качкунок до чего нравится? До чего? Ну, прям до ужаса. А если это любовь? Тоже мне важное сообщение. А если он меня поцеловал? Ну и что? А если я его? Все равно это еще не любовь. Ну да, много ты понимаешь. Я в художественной литературе читала, что первая любовь самая настоящая. Первая настоящая? Вот я знаю одного человека, вот у него любовь. Первая и последняя на всю жизнь, и даже без поцелуев. Как это? А так. Потому что он ее любит, а она... Она его нет? Она его тоже. Но уходил он на войну и сказал ей, люби, говорит, меня. И пока ты меня любишь, я твой навсегда. А если родится без меня сын, он тоже пусть меня ждет. И ушел. А она? А она изменила. Разлюбила. Погибла в войну. А он? А он на другой женился. Так он же сам сказал, пока ты меня любишь, я твой. А раз она умерла, значит... Значит, и любовь тоже. Любить может только живой человек. Мертвый-то он вообще ничего не может. Это разлюбить может живой, только не такой, как он. Да я знаю, про кого эта сказка. Про твоего цыгана. Уж во всяком случае, не про твоего чекунка. Это из-за Нюрки. Ну, поцеловал он ее, ну и что? А на его нет, я точно знаю. Хватит тебе переживать. Ну, хочешь, я этому чекунку завтра шею намолю? Да нет. Просто я свое вспомнила. Ты иди, сынок. Мам,
Ты зря его боишься. Он мужик правильный. А я его не боюсь, сынок. Раз ты его к себе в друзья выбрал. А можно я его в гости приведу? Нет. Давай, я сама пойду и сама его позову. Честно? Честно. Да, Будулай, сговорил ты нас всех осесть, а сам здесь один, как подкова потерянная. Какой дом отстроил. Хочешь 100 лет в четырех стенах один прожить? Шел бы к нам на конный завод. Мы бы тебя там женили. Есть будешь? Есть не хочется. И Коля Черный вернулся из тюрьмы. Но не ко второй жене, а к первой. А Степан теперь старший табунщик. Но все равно дурак, конечно. Коля прав, наверное. Между прочим, меня зовут в садик за детьми присматривать. Как поживает Егор? Передай привет. Передам, если увижу. Что же он опять собирается кочевать? Да нет, Егор-то на месте. А вот я... Ты собирайся. Нет. Я насчет детей еще не решила. То ли мне русских развести. Есть там один желающий посодействовать в этом деле. То ли цыганских. Настоящих. Вот ты какой. Тебе привезла. С войны храню. Вот и найди себе такого. Как ты. Как я. Только много-много лет назад. О, Рома, не считай свои годы. Я их давно-давно сочла. Потому и приехала. А что? На тебя посмотреть, себя показать. Ты же мне родня, хотя и не кровная. Какая разница? Но это когда люди одной крови, то им, например, жениться нельзя. А так можно. Какая ты еще глупенькая, Настенька. Ну, ладно, ладно. Ты тоже таким мудрым не сразу стал. А я тебе подарок припослал. Ты только не серчай, но подарок цыганский. Дорожный. Спасибо, родная. Спасибо. Это настоящее. Цыганская. Только она, мне понимаешь, вроде бы и ни к чему, потому что мои дороги кончились в этом хуторе. И кажется, навсегда. А вот так годится. Место ковра. Спасибо, Настя. То есть тебе приглашают детей воспитывать? Это хорошо, Настя. Надо идти. Ведь воспитывать детей не каждый может. Это не твоя печаль, Ром. Можно? Тибри! Здравствуйте, Петровна! Здравствуйте! Здравствуйте, я сейчас. У меня как раз родня, и завтрак у нас как раз. Заходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, садитесь, садитесь.
чаю будете? Или суп? Суп по-фронтовому. Знаете, три блюда в одной посуде. Утром суп, в обед кулеш. И вечером доживем, будет каша. Или чай. Хлеб. Хлеб с медом и с рыбой. У меня есть рыба, не очень соленая. Чай. Чай с дымком. Чай по-цыгански. Чай. Сахар. Сколько? Один, два, три. Вам сколько вам? Все равно. Как я рад. Как я рад, что вы пришли ко мне. Правда, Петровна. Пришли ко мне в гости. К цыгану. Как я рад, Клавдия. Как я рад, что вы пришли ко мне в гости. Будем знакомы? Да вы не стесняйтесь, Клавдия Петровна, что ли? Я его родня, хоть и не кровная. Проведать приехала. Мол, не пропадает ли тут наш цыган? А я гляжу, он здесь хорошо устроился. Его отсюда и калачом не выманишь. Хоть бы вы мне растолковали, Клавдия Петровна, поскольку я есть молодая и глупая, но почему наши цыгане так любят русских женщин? Ну, что в них есть такого, чего в нас нет? Вот гляжу я на вас, гляжу на себя. Нет. Ничего такого не нахожу. Ну, так чаю будете? Я бы выпила. Сейчас чашки принесу. А я не буду. Я сюда не чай пить пришла. Я поговорить хотела. Не надо Ване такие подарки дорогие дарить. Какие подарки? Ну, велосипед, например. Так как же теперь? Ведь у нас у цыган не положено подарки обратно. А я не знаю, что там у вас положено. А мы не привыкли. А то задарите, а потом ищи ветра в поле. Ну вот, и поговорили. А чай и без меня попьете. Какая ты дура, Настя. Да, дура. Твоя дорожка известна не дальше этого порога. А моя? Не докажет. Вот метрика. Написано. Двое. Мальчик и девочка. Близнецы. На одну фамилию. Обои. Да как же это так? Как же так? Растила, растила, и вдруг ему бы только учиться и учиться, а не с цыганами по базарам. А ведь никто не знает. Никто не узнает. Если ты не скажешь. А ведь ты же не скажешь. Да ты что? Ведь ты же не скажешь. Ты что? Ведь ты же не скажешь, никому не скажешь. Ведь ты же никому не скажешь. Никому не скажешь. Лавочка родненькая. Никому не скажешь. Раз в 15 лет никому ни-ни. Я-то не скажу. Цыганская кровь себя узнает. Тем более, вместо того, чтобы хлопцем своим заниматься, начала забором. У
уступи мне хоть немножко, хоть маленький моточек, хоть маленький. Да забирай, забирай, хоть все возьми, все возьми. Спасибо тебе. Хоть все забирай. Может, возьмем, а? Зачем? Потом придумаем. Дайте мне. Спасибо. Булочку хлеба, пожалуйста. А я уже придумал, зачем. Именины устроим, а? Так что пошли, ладно? Чьи именины? А? Хоть и мой, а что? День рождения? Пошли. А. Так а что же вы молчали? Эй, Ваня, дорогой. Разве цыган знает свой день рождения? Годы, то не наверняка. Месяцы, то приблизительно. Мы еще гостей ждем? Нет. К цыганскому огню гостей никогда не ждут. Потому что их ждут всегда. Что ж, если это твоя первая рюмка, так пусть будет из любящей руки. Выпьем, парень, за твое будущее, за твою счастливую судьбу. Надо бы за вас, дядя Будулай. А жизнь безнадежная. Пора бы умереть, да. Некому пришибить меня. Все готовился к жизни, парень готовился. Она почти что уже прошла. Ну что я? Что я помню из моей прожитой жизни? Как мы женились, как я воевал, почти что ничего больше. Все ждал, что кончится война, и начнем новую жизнь. Но никого у меня нет, и ничего нет. Ну почему? Ну я же у вас есть помощник. Да, ты есть. Ты есть единственный. Спасибо тебе. За тебя. Дядя Будулай, ну чьи именины, мои или ваши? Да, кстати, твой-то день рождения когда? Тот самый день. Тот самый час. Да, в тот самый, я и Нюрка. Ты и Нюрка. В тот самый час. Когда день твоего рождения, мальчик? Я же говорил, дядя Будулай. Да. В тот самый день. В тот самый час, когда вражеский танк раздавил цыганскую кибитку. Ну не переживайте так. Ну так получилось. Мать как раз в кукурузе с теткой Лучилихой пряталась. Ну как увидела, так и... Сразу двоих. Беленькую девочку и сына. Не надо больше. Не буду. На веки веков не буду. Уходи. Уходи домой. Уходи.
чарду. О, дойди вы мае, роли рума, на мело. Ваня! Куда в такую рань? На полевой стан. Мы сегодня с Будулаем. Ни дня, ни ночи. Вчера за полночь пришел. Сегодня ни свет, ни заря из дому. Нюрка позднее меня приходит, ей, значит, можно, а мне нельзя. Ну, просто, просто ты не высыпаешься. Он прямо худющий какой стал. Не поэтому. Что, я не знаю? Взъелась ты на Будулая, не ладишь с ним. С чего это ты взял? С чего это ты взял? Он слова о тебе плохого не сказал. Чем он тебе не угодил, не знаю. Молод ты еще, Ваня. Многое не понимаешь. Да он один. Знаешь, как плохо человеку одному? Человеку плохо. А матери каково? Вон Нюрка все ночи напролет гуляет. Тебя по целому дню дома нет. А мать на работе надрывается, как каторжная, что в доме достаток был. А вам наплевать, неблагодарные. Ну, чего ты молчишь? Если тебе с матерью скучно хоть час побыть, тогда можешь уходить. Я тебя не держу. Хоть сейчас уходи. Пожалуйста, уходи. Ну и уйду. Ну и уходи! Можешь не возвращаться! Thank you.
Можно я у вас сегодня переночую? Я с матерью поругался. В общем, не пойду. Воли не дает, что ли? Ты что, если сынок, что ли? То нельзя, это нельзя. Воля, Ваня, бывает разная. Так вот вы все время так говорите. А она, как только мы с вами подружились, так все и началось. Не хочешь, чтобы я с ними жил? Не надо, уйду. Думает, будто вы через меня к ней подбираетесь. Как ты смеешь так о матери говорить? Мальчишка! Что я такого сказал? Щенок ты! Вот кто ты такой! Никакой ты не мужчина! В жизни, Ваня, много напутано. Но дороже матери нет никого. И ничего. Запомни эту истину, если ты себя взрослым считаешь. Помирись с ней, сынок. Помирись. Она ведь женщина. Простите. Да за что? Пойми, Ваня, она мать. Вот. И поговорили по-мужски. Ничего, сынок, в жизни всякое бывает. Цыгане? А, да, цыгане. А мать ждет тебя дома, волнуется. Так мы ж ненадолго. Но имею право хоть раз в жизни посмотреть на настоящих кочевых цыган. Имеешь, Ваня. Имеешь полное право. Что-то там с конем, что ли, случилось? Наверное. Только не с конем, а с кобылой. Тавен бахталеру мало. Мама? Чачо? Чачо, чачо. Тавен бахталеру его. Самой карекс. Улай, одой. Удулай! Андрей! Будулай! Андрей! Андрей! Ай! Ай, Беркарен Давеши! Красный на свалы. Наш ты так биянил. А вен подыхас. А вен, пошли. Жалко, ласточка. Ой, как жалко. С утра как кружится, а все никак. Все никак. Ш-ш-ш. Ой, как жалко. Ой. Помоги мне. А ей нужна ласка. Ласка нужна ей. Ласка. Де фидео иди фато маре. Parte să aibă de pâine și sare. De fideoi de flăcău, să n-aibă parte de rău. Uspocoize, frasaveța, uspocoize. De fideoi de femeie bătrână, parte să aibă de pâine și lână. De fideoi de om bătrân, pâine să aibă. Să aibă parte de pâine și fâine. Pâine, pâine să aibă, parte să aibă de pâine. Что это с ней? Жеребица. Вы это в школе не проходили? Ее Ласточка зовут. Красивое имя. Не знаю. Я ее украла. Так ведь отнимет милиция. А я ей хвост подстригла и косички заплела. Пусть теперь докажут, что их кобыла. А что он ей говорит? А он вроде не по-цыгански. Он что ли по лошадиному знает? Твой отец. Отец? Да. Он много чего знает. Рвал игра старей.
Она не плачет. Тебе приснилось. Аканаджан, не мешайте ей. Пусть она сама. Уштин, Уштин. Чего это вы заперлись? А я боюсь одна оставаться. Одна? А Ваня где? Не знаю. А он разве не к тебе пошел после кузни? Да. Да, наверное. Наверное, мы разминулись. Тогда ты иди, иди спи. А я его здесь подожду. Здравствуй, дорогая Клавочка. Доброго тебе здоровья. Ночь на дворе, а ты со двора. Да я это, калитку хотела закрыть, а то ходят тут всякие. Правильно, надо закрыть и накрепко закрыть. Ты слыхала про цыган? Табор под хутором стоит. Цыгане? 20 кибиток с лошадьми. Слышала, каких кони ржут? А знаешь, цыганские кони, какие быстрые. Мчат, и поездом не догонишь. Кого умчат? А я разве что-нибудь сказала, кого умчат? Тебе послышалось. Клавочка, цыганская кровь неудержимая. Я тебе говорила, говорила. Оставь его, отдай его, все равно уйдет. Вон, наш Будулай, как услышал про цыган, так с утра кузню на замок запер. Когда? С утра запер, а в полдень ушли. Кто? Вдвоем. Цыган со своим Ванькой. Ты опять? Прости, Клавочка, с твоим. Родненькая моя, золотая, дорогая, мы ж сынов растим не для дома, ну, не цыган. Ну, чужая уведет со двора. Я хотела попросить у тебя утиных яичек десятка три, а то мои стервы не несут. А ну, геть отсюда. Да ты что? А ну, геть отсюда. Да ты что, Клавочка? Змея подколодная. Ну, ты что, мам? Да ты что, Клава? А ну-ка, проваливай. Проваливай отсюда. И чтоб духу твоего не было. Нюрка, отвечай, когда домой пришла? Мам, я недавно пришла, честное слово, я только на танцах была и все. Я знаю, когда она домой пришла! Не твое дело! Нюрка, дома сиди, а я в правление. Позвонить. Нет, лучше к председателю. Машину догнать! Дома сиди! В совхозе они работают. Там Ром, директор совхоза. Думаешь, осесть, Андрей? Не знаю. Приедем, увидим. Надо, Андрюша. Угу. Надо осесть.
не трав мені ця. Ми матіом барвали роменця. Чілем, чілем, лунгоне троменця. Ми матіом барвали. А мамка-то не спит? Ох, и влетит нам с тобой. Не уходите. Пойдемте вместе. Она при вас не так... Ладно. Поделим кнут на две спины. Ваня! Господи, наконец-то ты вернулся! Живой, живой! Живой! Я уже вообще думала, что ты утонул в потолок. Я уже все перейду. Ненормальный какой-то. Ну, где ты был? Поискала, ну, мама, вообще думала, что ты... Рассказывай. Чего рассказывать? Я ничего не знаю, ничего не ведаю. Что я знаю? Все рассказывай. Все. Как немец напал на вас, как вы прятались в кукурузе, как фашистский танк раздавил цыганскую кибитку, как русская женщина родила девочку, а потом нашли мальчика. Все рассказывай. Или забыла? Да ты все знаешь сам. Нет, цыган, я ничего не забыла, я все помню. Я помню, как мы бежали от немцев, бабы и ребятишки, вместе с цыганами. Русские цыгане, все-все вместе. Как вышли танки, как мы все разбежались, а цыганская кибитка съехала с дороги в степь. Как последний танк отделился и начал догонять кибитку. И как немец молодой, веселый, высунулся из башни и хохотал, гоняясь за кибиткой. А мы в кукурузе ждали, догонит или нет. Догнал, сволочь проклятая, и переехал через нее, по ней. И только пух был в воздухе. Перина, наверное, там была или что-то еще. И рыло его в пуху. Разве это забудешь? Да-да. Все знаю, все видывал. Что ты знаешь? Что ты мог видеть своими мужичьими глазами? Ты бы нашими бабьями посмотрел. Клавка ведь, глядя на кибитку, задрожала и рожать стала.
А я Нюрочку приняла и в юбку свою нижнюю завернула. И мы пошли. Смотрим, а в канаве кулек лежит и пищит. Я думаю, может, это цыганское дитё. Или выпало, или она успела выбросить. А Клава глянула и взяла. А потом записала, как двойняшек. И строго-настрого мне приказала, забудь, какое дитё роженое, какое найденное. На. Ой. Деньги. Это... Сочти их. Возьми себе сколько-нибудь. И отдай Клавдии. На сына, на дочь. Какая сирища, как много. Ты бы лучше сам их передал. Нет. Не могу я. Смущать покой в этом доме я не имею права. Друг, я не отдам, друг, я прельщусь сиротскими деньгами. Сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога жить и умирать. Знаю, дара немногих жить одной дорогой, и я верю, как в любовь свою, длинную дорогу, вечную дорогу, добрую дорогу, по
нее пою. Знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога, жизнь после добрая дорога жизни после нас.